В зале заместители губернатора, руководители краевых ведомств, на видеосвязи главы 44 районов Кубани. Контрольное управление подготовило подробный анализ всех невыполненных поручений, которые давались губернаторам. Первому ответ пришлось держать главе Гулькевичского района. Муниципалитету были выделены деньги на реконструкции водонапорной скважины и капитальный ремонт дороги в городе. Но из-за длительной процедуры подготовки документов средства так и остались неизрасходованы и вернулись обратно в краевую казну. Вениамин Кондратьев отметил, что такая ситуация недопустима. У других получается, а у вас нет. Ну задумайтесь тогда над теми, кто у вас занимается конкретно этой работой. Вы деньги взяли, подержали, а потом еще и вернули. А самое главное, что здесь люди, которые ждали, и они не дождались. Я все, что от меня зависело, сделал. Деньги выделил на то, что обещал. А вот то, что от вас зависело, то почему-то не получилось. А смысл еще давать вам деньги, если вы с элементарным не справляетесь? Это уже, коллеги, преступление перед населением района эти деньги не использовать. А районов, которые просят, предостаточно. Ну, дали и зарезервировали для Гулькевичского района. Проверка исполнения поручений традиционно проходит каждый месяц.